Друзья, всем привет! Сегодня 14 июня. Пробовал валиком делать, но валиком почему-то у меня хуже получается. Валик. Интересно, скажи. Интересно, конечно. Вам не кажется, что сильно темная получилась беседка? Все. Вот и вся прогулочка. Если пойдет дождь, он смоет краску или не смоет. Все, что было темным, становится светлым. Так получилось, что в прошлом выпуске я снимал только Беллу. Ну вот сегодня исправляемся. Как вы видите, в кадре сейчас моя тень и Оливия. В общем, мы получили задание сходить в Валдерис. К сожалению, от своей тени не могу избавиться. Ну, пойдем. Пойдем, Оливия, пройдемся по тенечку. А то тень моя прям тебя загораживает даже. Вот так. Поставили меточку. Пританцовывая. Это, знаете, как ритуал какой-то. Утро, но уже жарко. Сегодня обещают дождь. И причем совсем скоро. Сейчас почти что 10 утра, обещают на 11 дождь. Но я вам скажу, здесь сейчас не видно, вот может быть здесь. Небо чистое, идеально чистое, и поэтому я не знаю, к дождю ли это или нет. Наверное, не будет. Я планировал сейчас взять с собой рабочее место и отправиться на дачный участок. Но посмотрите, сегодня тень. Не хочет никак из кадра уходить. Вчера целый день Маша работала, я был на дачном участке. Занимался тем, что прополол картофельное поле, а затем и все грядки. Потому что по прогнозам обещали всю неделю дождь. Снимаю сейчас на iPhone с руки. В прошлом видео тоже пытался на iPhone снимать, но почему-то не заметил, что у меня частота кадров стояла 30 кадров. А при движении это не очень хорошо, поэтому сейчас снимаю 4К, 50 кадров в секунду. Но монтировать буду в Full HD, не в 4К. Ну, потому что смысла нет 4К монтировать, не у всех есть возможность смотреть 4К. Вот так вот выглядит танец. Вообще, конечно, не мешало бы дождика сейчас, потому что жара не стоит несколько дней. Причем жара такая 30-32 градуса. Идем по улице Мичурина, и нам нужно будет в конце нашей прогулки вот сюда зайти. Пункт выдачи. Бристоль, это Валберес, а потом рядом Озон. Маша говорит, даже 5 посылок там ей. Ну что, водичку будем пить? А, кстати, Оливия любит пить лежа. Ну что, все? Ну хорошо. Вообще мы неправильно бутылочкой пользуемся, можно не откручивать ее, но если не откручивать, невозможно залить оставшуюся водичку обратно. Вот такое у нас небо сегодня. Почти ясное. Оливия уже плетется, хотя гуляем минут 10, наверное. Зашли в тенек. Это то, что нам нужно. Ну, вернее, не нам, а Оливии. Вот это комфортное состояние сейчас. Никуда бежать не надо, идти не надо. Понюхала, почитала смс-ки и успокоилась. Легла спокойно. Все. Вот и вся прогулочка вот такая. Осталось мне рядышком вместе с ней лечь. И полежать, посмотреть вот на вот этот пейзаж. Пойдем. Ох, играть тебе хочется. Сейчас, мы маленькие. Да.
Интересно, скажи. Понятно. Интересно, конечно. Что, нарушил твой покой? Почему-то наши собаки не играют с другими собаками. Ну, вот как-то вот так сложилось. Не из-за того, что мы запрещаем. Нет, мы не запрещаем. Всегда мы рады, когда собаки подходят. Мы не берем на руки. Если, конечно же, собака такого размера. Но если сильно крупная, тогда берем на руки. Потому что невзначай можно повредить нашу. Косточки вообще как у голубей, хрупкие. Вот. Ну, не знаю, так сложилось, что они вроде бы и между собой не играют. И с другими тоже. Очень редко бывают такие собаки, которые им понравятся и с которыми они хотят играть. Вот в таком месте комфортно Оливии. А мы уже идем в обратном направлении, в сторону пункта выдачи Wildberries. Я думаю, как раз нам хватит до того момента, когда основательно Оливия начнет проситься на руки. Кстати, хочу проверить стабилизацию на iPhone 11. Сейчас побежим. Бежали. Ну, вроде бы не трясет кадр. Вот так мы бежим. Вот и добежали до пункта выдачи. Почти что добежали. Все, на ручной встала. За что мне такие испытания, думает Оливия. Ну что, посылку получили мы. А точнее 5 штук, но маленьких. Это для работы Маши. Ну а мы возвращаемся. Осталось несколько метров до дома. Я сейчас помою лапы Оливии и поеду на дачный участок. А уже с Беллой пойду вечером. Готовлюсь к поездке на дачный участок. Ну а чтобы девчонка было не скучно, да, вот от Марселя нос говяжий. Друзья, я на дачном участке. Сегодня хочу по периметру покрасить беседку. OSB-3 панели крашу. Вот, в общем, так, беру хорошенько на кисть, наношу на поверхность, промакиваю, где поры есть. Вот, и потом дальше практически без усилий растираю, чтобы у меня не было видно разводов от кисти. И, конечно же, это первый слой. Второе, а может быть даже на третье. Посмотрю, как там получится. Пробовал валиком делать, но валиком почему-то у меня хуже получается. Валик, наоборот, забирает краску. Вот что я заметил. Он делает очень тонкий слой, а мне здесь нужен прям такой хороший слой, потому что фактура, во-первых, есть у USB, да? Вот. И мне нужно так, чтобы все поры были закрашены. Вот, например, как здесь, да? Вот я так хорошо, потом растираю. Но видите, если растирать просто так вот, как бы эконом вариант делать, то вот такие вот есть, как и называют-то, просветы, наверное, что ли. Вот, приходится погуще немного брать, и вот таким образом не стекает практически, слегка густоватая краска, может быть, из-за того, что она успевает немного подсохнуть. Как вы видите, одну сторону я покрасил. Вот, на один слой это выглядит так. Сейчас полезу вот этот треугольник верхний закрашу. Ну а потом вот останется здесь, спереди и сзади. В этот очень жаркий день я решил взять на обед пирожки с щавелем. Вчера Маша постряпала. Как вы видите, тучи сгущаются на спецферме. Вы посмотрите, что чернеет, однако. Друзья, прошу вашего совета. Вам не кажется, что сильно темная получилась беседка? Когда некрашенные листы были, мне кажется, поинтереснее было. И можно было сыграть на контрасте. То есть все, что USB, там вот треугольники, вот так по периметру можно было посветлее сделать. А основные вот эти столбики, они были бы темными. Напишите, пожалуйста, что вы об этом думаете. Маша говорит, все нормально, ей нравится. А по мне так можно было какие-то элементы, может быть, светлее сделать. Короче, капец. И сверкает еще там молния где-то.
Даже не знаю, или мне сворачиваться, или докрасить еще ту сторону. И вообще, как вы считаете, если пойдет дождь, он смоет краску или не смоет? Все, что я сегодня делал, похоже на смарку. А у нас град пошел, оказывается. Это град, ребят. Вот он, град, видите. Я вам сейчас покажу, дверку открою, вы сами все увидите, что мой труд обесценивается. Сижу и наблюдаю за этим. Все, что было темным, становится светлым. Под звуки грома будем подводить итоги. Вот посмотрите, эта часть очень сильно пострадала. Практически 50%, а то даже и больше краски смыто. С торца все нормально вроде бы, вот с этого. С той части я не успел покрасить. Ну и со стороны забора вроде бы тоже более-менее все нормально. Ну вот такие дела, в общем, ребят. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам не трудно. Если понравился этот выпуск, поддержите, пожалуйста, меня. Всем добра, счастья, мира. Всем пока-пока.